На встрече с депутатом Государственной Думы Денисом Москвиным жители Приокского района смогли задать все интересующие их вопросы. В основном спрашивали о благоустройстве, строительстве и реконструкции социальных объектов, развитии инфраструктуры. От приокчан поступило предложение по установке уличных площадок для занятий спортом. Также они попросили помочь улучшить покрытие двух хоккейных коробок по улицам Петровского и Крылова, а также сделать так, чтобы лестницы около кинотеатра «Электрон» были доступны для маломобильных граждан. В садике, в принципе, все хорошо, оснащение, игрушки, но у нас веранда находится в аварийном состоянии. 4 года назад ее реконструировали, но сделали очень плохо. И вот сейчас пол провалился, стены обваливаются. Я первый год работаю в этом садике, и крыша течет. Вот. И я озадачилась этим вопросом, почему дети должны так гулять, дождь идет, и мы ютимся на сантиметровом участке вот так вот. Совсем нехорошо, тем более дети особенные. Сейчас этот вопрос уже решается совместно с администрацией Приокского района и руководством детского сада. Готовится сметная документация. Конечно, есть вопросы, которые касается и благоустройства района. Людей это очень интересует. Мы с вами видим и Щелковский хутор. Это большие деньги были в том году затрачены. Это почти 20 миллионов рублей. В этом году сумма в 2 раза больше. Уже 40 миллионов рублей у нас пойдет. Плюс у нас на Сурикова появится с вами большой городок. Встреча Дениса Москвина с жителями носит регулярный характер. Ведь именно из наказов жителей формируются новые программы и проекты. Вероника Демина, «Время новостей».